Этот, Маффи все поймал. Отлично. Бубль и Даркбонни, хотите в Next Round звать, я развлечу? Окей. Маффи поиграем. Парни, ваша фонарифика для попрощения закончилась, у вас будет бунт. Давайте до начала бунта, потому что она следит, играя. Чё? Сначала бунта не вводит, потому что игра следит. Оба лутера впередите. Лутера впередите. Что, дай Саймона, что ты делаешь? Дай Маффи проведу. Я же сказал. Переходите, я вас резну сразу же. Переведите лутеров. Вас резко. Потом обратно зайдете. Никто не заходит до КТшка. Переходите, оба лестницы, пожалуйста. Зайди. Сейчас поиграем группу названия Мафия. Сейчас клеток не выходим. Объясняю. Какая задержка? У нас мероприятие прикольное. Объясняю правила игры Мафия. Вы выходите из клеток, становитесь в полукруг. После этого я объясняю правила. Давайте сейчас выходим, полукруг встаем, я вас закопаю и отключу зрение. Полукруг встаем, куда? Вот тут, ребят, вот тут, возле клеток. Возле клеток, смотрите, вот полукруг, вот тут. Вот так встаем, по моей линии. Знаете, шиковались, можете админы помочь? Сейчас. Шиковались, в полукруг всех поставили. Так шкучковаться или круг сделать? Нет, круг сделать, я путаюсь уже. Полукруг, короче. И равно стойте, встань в полукруг. Всех просто есть. Давай, человек полукруг можешь? И чаще раз. Вот, тут я две эти нарисовал, два человека сюда стоит. Дабл и человек. Ты что делаешь? Все, ты тоже вставай. Полукруг. Ты смертный. Чем ты это делаешь? Парни, двигайтесь. Стоп, зачем я себе заготовил? Как сигарет такой? Отлично, нашел. Так, я объясняю правила мафии. У нас есть такие ребята, как... Стоп, нет, не нужно. Нет, все отлично. Объясняю правила мафии. То есть такие ребята, как мафия, медведь, боксер, полицейский. Больше никого не будет, потому что вас слишком мало для больше. Объясняю, мафия выбирает, кого хочет убить. Правильно, да. Король — это садит в тюрьму, то есть задача короля. Нет, стоп, давайте по новой. Задача мафии — убить полицию и доктора. Задача полиции — убить мафию, ну, посадить мафию. Стоп, есть, знаете, кто точно правил? Или сейчас так открою? Я знаю. Потому что я подумывался. Давай, кто-нибудь может правила объяснить? Давай, вытащи меня, я расскажу. Сейчас, подожди.
2 секунды. Чё ты там не делаешь? В общем, парни, рассказываю. Я выдаю каждому из вас свою роль. Роль. Подожди, нет, есть нормальные правила мастера? Слушай, давай я расскажу, да и все. Ну, рассказывай. Смотрите, парни, сейчас мы будем играть в игру под названием «Мафия». Объясняю правила этой игры. Есть мафия, которая должна убить всех. Есть доктор, который может лечить либо себя один раунд, либо же кого-то другого. То есть два раза подряд вы себя лечить не можете. Есть шлюха, которая ходит в гости к кому-то, и если она, вот, допустим, пришла к человеку, то человек не может говорить раунд, то есть не писать, не говорить. Также есть шериф. Шериф должен отыскать мафию, то есть он может проверить человека, если он мафия, то он может в следующем раунде его убить. А если он не мафия, он проверяет другого. И так он может узнать все роли. Вот, парни, давайте сейчас по новому еще разочек. Наступает такая фаза, как ночь. Ночь наступает, я говорю, просыпается мафия. Просыпается, например, у нас дубль. Дубль просыпается, я снимаю с него слепоту, показываю заключенного, которого хочет убить. Ну, не так. Показываю заключенного, которого хочет убить. После того, как он показал, отлично, еще дубль вышел. Дядя Андрей записался, после того, как дядя Андрей показывает, кого он хочет убить, я записываю, напоминаю. Потом просыпается у нас такой пацанчик, как шериф. Шериф просыпается и говорит заключенного, которого хочет посадить. Задача шерифа — посадить мафию, то есть дядя Андрея, например. Дальше засыпает шериф, просыпается доктор. Дальше всех этот хил засыпает. Что хил? Рейс, правда. Какой хил? Засыпает шериф, просыпается доктор. После того, как просыпается доктор, он выбирает человека, которого хочет вылечить. Доктор должен лечить либо себя, либо любого из других заключенных. То есть, так как он вылечил заключенного, просыпается... Кто правильно? Просыпается путана. Она точно так же играет за мир зрителей, ночью просыпается и на свое усмотрение замораживает одного игрока. Этот игрок на один день лишает за право на обсуждение. Дальше еще один игрок, как ангел смерти. Ангел смерти может забрать с собой. Например, игрока убили, он оказался ангелом смерти. Он забирает с собой еще одного игрока в тот мир, тот же умирает. Что с вами? Да, речь не всех, и быстро с рук встают. Кто наем, кто так надо? Стоп, не прыгайте, ребят. Так, всем правила ясны, я думаю, ясны. Так. Зэки, начинаем игру под названием «Мафия». Секундочку. Сейчас я открою заметочки, чтобы записывать все по красоте и все, как все было. Так, отлично. Смотрите, ребята, объясняю, как она будет проходить. Я убираю стопоту тому человеку, который оказывается мафией. Так вы узнаете, например, да, Дубов он становится мафией, я ему убираю слепоту, он не кивает. И все. Он становится мафией. И так дальше. Отлично, блики. Тут видно, у кого ты снял слепоту. А, серьезно, у кого видно? А как понять, да, как дальше человек подойдет? Это, кстати, очень плохо, то, что видно слепоту. Мы будем знать примерно кто. То есть мы будем гасить именно тех людей, у которых ты снял темноту. Подожди, сейчас я кое-что придумаю.
А когда игра бомберу вам видно? Давай я проведу. Когда игра бомберу видно? Блин, стоп, все отвернутся, а шуток же все отвернутся. Парни, давайте так, смотрите, я буду брать человека грабом, и, например, одного из них, размораживать. Может, в натуре просто всем темноту выдать и брать грабом кого-нибудь? Видно, когда я грабом беру или нет, я не понимаю. У человека, которого ты берешь грабом, да, у всех нет. Кто-то видит, кого я сейчас грабом взял? Смотри, но есть такая проблема, ты говоришь, ты хочешь их размораживать. Это у нас будет у всех видно. Все, я понял уже, как это дать роли. Я буду выдавать... Короче, брать. Стоп, а как писать? Как писать, кто это будет? Ну, показывать. Слышишь? Ау. Давай я проведу ее, я резнусь. Резнись? Давай проведи. Дай мне Саймона. Так я уж новый начальник. Правила игры вам уже объяснили. Сейчас я вам проведу. Не надо никому лезть. Ну или пока нас... А, подожди, есть глобальная игра мафии? Хиросы? Господи. Добро, блин. Так, начинается ночь. Сейчас я все отлично ночь и буду выдавать роли. Так, а что, мне, наверное, всех разморозить? И достать или как? Да зачем, не надо. Кого ты там стреляешь? Ты начал уже, нет? Давай ты мне сейчас сами наблюдаешь, чтоб понял. Я начал. Кто-то ливает. Сейчас я начну. Давай мне сами наблюдаешь, чтоб понял. Просто очень сильно пропадаешь. Я очень плохо слышу, но ребята максимально некомфортно будет. Наступает ночь, просыпается мафия. В рот. Ну что, мафия? Кого ты выбираешь? Все наступит.
выбирай зэка, которого одного, которого ты хочешь уничтожить. Жопу. Они, походу, не умеют во всех выбирать. Я брать человека, и выхожу. Мы направляем в главную клетку, чтобы кого-нибудь не скинуть, потому что там дали тело 1-0-5. Андрей, это лучше проверить. Главную клетку здесь. Как лестницу? Всем вон. Лестницу, лестницу. Лестницу или нет? Да, ресурсы сказали, можно. Так, направляемся в главную клетку. Ты пишешь, что я еще пищу. Пишем пищу, если не сказали клетки, 1-0. Маленькие кучки килл, 1-0. Шапочки килл, 1-0. Хорошие кучки килл, 1-0. 5, 4, 3, 2, 1. Если не признаков жизни, охрана, охраняйте, как он стоит. Доглядите, чтобы они не выдавали признаков жизни. Я бы как бы на это. Если что, убивай, да? Да. Окей. Либо случайно, они же не можешь не убивать. Хорошо. Вообще ничего не нужно закармливать. Не перейдите мне кто-нибудь $200, пожалуйста. Ладно, отлично, люди появляют, здесь там говорим под названием, День и ночь. Люди сами объясняют правила для игры день и ночь. Когда день. Кто будет стыкнуть, но ты не убил, дядя ночь, что ты делаешь? Вернись. Для чего ты сейчас мне взял грабу? Грабу мы случайно, я не стыкнул. Я сразу же пустил моментально. Фудель, я гулять. Что, какой фудель? Твой фудель не фудель в обучении. Ты сразу после приказов 1-0. Я приказ запрещаю покупку фудель. Нет, стоп, чего? Ты не давал приказ. Нет, подожди, что в такой ситуации делать, когда... Зэка, можно подавать признаки жизни, не? Нет, нельзя. Сейчас не подаем. Ладно, зэки, поговорим на жопу на самом деле, все не запрещают покупку фудель 1-0. Мы объясняем правила для игры. Да, когда я говорю день, вам необходимо бегать, когда я говорю ночь, вам необходимо будет стоять на одном месте. Кто останавливается последний, умирает или вообще не останавливается, 1-0. Также, если во время дня вы остановитесь, то точно так же я вас убиваю 1-0. Так я начинаю играть в игру день, ночь. Ночь. Дом. День. Не бегает моментально, дело 1-0. Ночь. Нога. День. Начальник. Нога. День. Ночь. День. Ночь. День. Ночь. День. Что мне с ним делать? Твой фудель не фудель направляешься в главную клеточку 1-0. Продолжаешь играть со всеми. Нет. 1-0. Нет. Ну, здесь 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ночь. День. Нога. Ночь. День. Ночь. Давайте прекращаем играть в группу названием. Сейчас ты... Ну, у тебя вот так было, смотри. И ты их